have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Держим огнемет и не расслабляемся. Dead Space тут. Нам в какую сторону вообще? Нам туда? Мы разве отсюда пришли? Или мы просто отсюда не... А мы вообще пришли отсюда. Days without incident. Error. Отлично. А почему с огнеметом? Потому что у меня заканчиваются патроны везде. Но тут лут... Детский. Отлично. А вот и патроны. Так, я сейчас случайно кофеечек задел. А если он улетит, будет печально. Ну, давайте я схожу посмотрю, что тут. Может, мне потом понадобится сюда идти. Не пойду я сюда. Сейчас. Где эта дверь? Вот она. Authorized personal only. Ладно, захватили этого. Капслот, блин, классный случайно. Пили ему ногу. Да я знаю, что... Тут их можно было подморозить. А, вон еще один идет, неудачник. Да, свали ты от меня! Да, сколько у их? Нет, ну вот это нечестно сейчас. Да я не знаю, ты там сдохнуть не хочешь, например? Да-да-да, фейлер, знаю. ХПшку мне потратили, патроны мне потратили. Красавцы нафиг. Я вот что, кстати, подумал, ребят. Заходя в эту игру, я подумал, что как-то давненько не было игр, в которые мне хочется играть. То есть, знаете, в чем разница между хочется и интересно? В этом не играть интересно. Но я не бегу сюда, не ломлюсь. Потому что, ох, как мне хочется вернуться сюда и поиграть. Нет, мне в нее вернуться интересно. Но я ее довольно быстро наедаюсь, честно говоря. Так. О, схемка на огнемет. Так. Это у нас не получится. Ну хорошо, пойдемте искать. Вот, а хочется... А что я такое в последний раз играл? Ну, например, как в Дверь Смерти, как в Doom, как вот, как в Disco Elysium. Вот там хочется играть, хочется находиться. И ты сидишь, записываешь по две, по три серии подряд, потому что... В смысле, фул, я сейчас кого-то ударю, блин, наверное, ногой. В смысле, блин, фул. Схемы, деньги, патроны... Освободилось место, освободилось, отлично. Поэтому
наебочка. Я вот, например, тот же Spirit of the... Spirit of the Fox. Spirit of the North, она тоже интересная, мне она нравится, и там классно. Но, ну, как-то не знаю, я не могу, не то чтобы заставить, я не могу записывать по... Там по две, по три серии захлёб. Power substation, mask on. Это я вытащить не могу, кстати. Пойдемте еще походим, посмотрим. Я так подумал, что следующее прохождение, когда-то у нас закончится из Spirit of the North, и когда-то у нас и скитание Айзека закончится. Хочу следующую игру, в которой мне будет интересно. Я еще не знаю, что это будет, я еще без понятия. Но один из проектов будет обязательно таким, чтобы прям passion, чтобы страсть. А, сюда не хватает батарейки. Самый ответственный момент. Вдруг полезли монстры. Я сейчас вытащу и свет погаснет, да? Вы это любите. В общем, эта игра сводится к тому, что ты или глухой, или слепой. Или монстры лезут по темноте, или монстры лезут, но ты их не слышишь. Сейчас мы тут сюда... Да, заткни ты, блин, это, хлебало свое электронное. Дай мне полутаться по-человечески. Деньги я заберу. Лестницу я дам. Камень я не дам. Ну и откуда вы полезете? Вон идет или мне показалось? Да! Ему руки отбиваешь и нормально. Уйди! F у меня есть? Нету. Да иди ж ты к черту! Хилочки, хилочки. Да какой стендбай, блин, вы заколупали. Нет перезарядки. До свидания. Еще одну хилочку. Забрал оружки, собрал эти патрончики на катеры, все потратил. Офигенно просто. Да нафиг мне ваши 100 кредитов, знаете, вот это еще больше раздражает, что дают по 100 кредитов. 100 кредитов тут вообще ничего не значат. Тебе такая цена, короче, 10 тысяч и 100 кредитов. Так, с чем я буду ходить? Так, конферм, конферм, сейчас будете... Конферм, сейчас надо этих... Ой, может из этих тварик еще что-то вылезет. Надо было в них кидаться вот этим вот тем. Я понимаю, кто сейчас будет мне это говорить, я вас тоже понимаю. Но, блин, ребят, они гораздо быстрее меня. Их постоянно перемораживать, ну, блин, такое себе решение. Так, заткни хлебало. А, что мне такое взять? С чем они... Ну, давай пилу, наверное, возьму. Пила мне не нравится, пила отвратительная. Вообще, из всего, что у меня сейчас есть... Мне нравится исключительно катер, именно нравится, но он постоянно заканчивается, потому что я им постоянно пользуюсь, это логично, да? А вот. И теперь мне просто свалить отсюда? Return to tram station, да. Сколько у меня шайб? Одна опять. Когда я успеваю все тратить? Ладно, у меня есть схемы, у меня есть это. Мне надо попасть в магазин, мне надо попасть на бенч.
You did it. The Ishimura's moving again. No thanks to ever sabotage the fuck out of these engines. You bought us time to figure it out. Autopilot's taking us into geostationary orbit. Wait, you're flying us through the planet crack debris? That's what the asteroid defense system is for. But the ADS is offline. I've got the system readouts here. Hammond, the Ishimura's a rough shape. A couple of bad strikes could finish her off. Shit. Daniels, give me all the data you have. I'll try to adjust course. Isaac, you disable the tram lockdown from engineering. I'll open up the bridge station. Meet me there. We need to work on this together. Лысый, блин. Ты бы сделал бы хоть десятую часть того, что я тут делаю. Хорошо. Поехали дальше. Значит, мне все-таки сюда. Это стало не... Сначала это было просто раздражительно, то, что они за спиной у тебя спавнятся. Сейчас это стало просто утомлять. Это стало просто утомлять, и ты уже такой, ну который раз, ну зачем? Все? Успокоились? Поехали в магаз. Куча всего надо попродавать. Теперь можно покупать и диски, и огнеметные патроны. Покупать двойные аптечки. Покупать! Игра, ты мне это выдавать должна. Ага, гелевидный гидразин. Это для огнемета улучшалка. Все стоит по 11 штук. Денег у меня ни черта нету. Поехали продавать. Значит, золотой полупроводник. Поехали. Бронзовый полупроводник. Вот они, 11 штук. Здравствуйте. Один баллон кислорода. Нафиг. Одну зарядочку тоже нафиг. Я смысла не вижу их держать. Итак, идем в магазин. Что мы купим? У нас куча улучшений. Это... Кроме того, что мы можем одну шайбу докупить. Так, улучшение для огнемета я бы на самом деле взял бы. А это для чего? Риппер. Рикошет. А это на пульсовую винтовку. Короче, надо все три. По-хорошему. Так, это новенькая. Аптечки за 5000. Ага, смешно. Диски. Тоже смешно. А что мы будем выкупать? Давай, наверное, по очереди. Хотя винтовкой... Я огнеметом сейчас нормально пользуюсь. Давайте я возьму для огнемета. Возможно, он мне еще понадобится. Так, у меня осталось две штуки. Ну вот и все деньги. Вот и все деньги. Собственно, о чем мы еще тут с вами спорим, сейчас говорим. Типа, имеется в виду, было бы больше патронов, я мог бы продавать патроны. Нет, спасибо. Купить аптечки, купить что-то. Я не знаю, ценовая политика здесь просто отвратительная. Мало того, что аптечки тебе дают, когда ты при смерти только, ты не можешь их никак не накопить, ничего. Вы предлагаете мне реально их покупать. Шайбы покупать надо, апгрейды покупать надо, такие аптечка, ага, блин. Так, неплохо бы в бенч сходить. Где он у нас там был? Вот с этой стороны. Мне вообще не сюда? Не сюда, хорошо. Поехали. Надеюсь, тут не будет никакой фигни по пути. Свет мне не включат? Спасибо. За гостеприимство я оценил.
Отвратительное место. А ты какого уровня? Поехали на бенч. Upgrade extended, new special abilities. No. Special ability? Серьезно? Ну и одну шайбочку мне дали. Так, а что у нас на огнемете? Я ему сразу урон поднимал там, да, 70 получается. Хорошо, две шайбы. Это костюмчик. В костюмчике я смогу энерджи и хпшку себе поднять. Я бы на самом деле плазмокатор бы грейдил дальше. Там вон на capacity и на damage есть два апгрейда, но у меня тупо нет патронов на него. Это офигеть как обидно. То есть я сейчас заапгрейжу пушку и не смогу ее пользоваться, потому что у меня на ней два патрона. Я, конечно, их найду когда-нибудь, но опять же. Рипер. Он у меня пока что абсолютно получается бесполезен. Нужно в него вкидываться, чтобы он хоть что-то мог. У меня сейчас на него больше всего патронов, кстати. Ну, этих пил. Давай в дэмэдж вкинемся. Капасти там бесполезно. На самом деле, потому что ты эту пилу держишь. Я бы в Duration, например, вкинулся бы, но до него далеко. И я, скорее всего, потом пойду в верхний, в Damage. Вот. Огнемет у нас один Damage получил. Capacity, да, неплохо было бы, но я бы вот сюда вниз пошел. Ну, это три надо. На все нужно просто чудовищное количество этих шайбочек. Где их брать в таких количествах? Они выпадают там, например, одну-две за серии, и они стоят по 10 тысяч. Опять же, вернемся к ценовой политике, которую я здесь так ненавижу. Вот. Оружие становится все больше и больше. Вот. Как-то это грейдить надо все дальше и дальше. А че я ходил, тут света не было. Ладно, пофиг на вас. В безопасных зонах мне дают мобов, тоже очень прикольно, спасибо. Ну, то есть... я понимаю, что это глупая претензия, но раз уж мы играем в игру, то в игре же должны быть какие-то правила, знаете. Хорошо, мы немножко освободили место в инвентаре для лутецкого, попродавали кучу всего, все это оказалось практически... Ну, не то, что практически бесполезным, но мы смогли накупить аж целую одну улучшалку. Это было подло. Это было подло. Это было просто подло. Игра, это не смешно, это не прикольно. Это было просто подло. All systems go. Ачивка приехала. Так, а тут у нас... Ничего нету. Сняли локдаун, приехал трамвайчик. Сколько у нас патронов? Сколько я пил потратил? Две. Так, у нас там еще 13. В принципе, стало немножко получше. Плазмокатор. Мне нужны патроны на плазмокатор, потому что... И желательно сохранять их на большие заварушки, потому что в больших заварушках нам... Ну, типа... На мостик. Да, поехали. И вот эта вот часть, кстати, с трамвайчиком внутренним, очень сильно похожа на Alien Isolation. Там, где мы постоянно на внутренней системе передвижения катались. Кстати, уже сколько серий прошло? Я каждый раз забываю посмотреть, какая... Намерность, очередность серии. Но раз уж мы вначале начали сравнивать с изолентой, пока что уступает по всем фронтам изоленте. К сожалению. Вот, потому что тут игра пугает. Атмосфера, конечно, да, прикольная.
Но атмосфера перестала пугать. И разрабы это прекрасно понимают, что атмосфера перестала пугать и давить. А враги не меняются практически. Враги остаются теми же самыми. Они просто появляются... Да, заткнись ты, блин. Они просто появляются из ниоткуда. Они просто лезут со спины. Они быстрые. Corporate wouldn't send the Ishimura for some off-the-books mining. Diabolma. But alien technology, yeah, that fits. Then how does losing my team fit into this theory? Hey, knock this shit off. We're into the debris field. Get the aliens back together, or it's over. Then meet me at the captain's nest. Daniels? Fine. Fine. But I'm going through the ship. Вы еще посмотритесь мне тут. I'm getting some answers. Да свали уже, хватит! Иди на мостик. О, сывачок. Почему сейф не там? Почему сейф в коридоре в каком-то ссаном? Эх, тоска печаль. Так, ну поехали. По крайней мере, что мне нравится в Рипере, что он их накбэчит потихонечку. Дайте мне второй уровень доступа, наконец-то. О, магазинчик еще один можно будет. Барахло повсюду. Мне когда придется сражаться с этой фигней. Это босс, не босс, непонятно что, какой-то абсос. Давайте. Да хорош, ты еще лагай мне тут, ага. Пойдем в магазинчик заглянем. У нас 5 штук. Вот, вот это мы продадим, потому что у нас их и так много. Так, 3000, 2000. Да, в принципе, не знаю, у меня 6 штук. Я попробую повыкупать все апгрейды. Мне там для этого понадобится 22 тысячи. Потому что за апгрейд все равно дают одну шайбу плюс какие-то вещи хорошие. Поэтому мне смысла нету с этим тянуть. Получается, еще 5 штук я смогу что-то купить. Попробую. Мейнатриум. Ага. Попробую немножечко поднакопить патронов, попользоваться пока что пилами, насколько это будет возможно. Ёпперес это. И куда мне, и что мне? И зачем это? Я сейчас долутаюсь до того, что задохнусь. А мне, извините, туда, я понял. А, все, я уже не задыхаюсь. Оно самоизолировалось. Ну и хорошо, тогда можно спокойно полутаться. Ну, к черту, я не вижу смысла торопиться. Если я не торопился задыхаться, когда я задыхался, то я тем более не буду торопиться сейчас. Тут может быть полезный лут. К тому же, с учетом, что пока что ничего не полезло. Clear levels 3, блин. 3. 3, Карл. 2. Кто больше? Ладно, поехали. Выглядит это все, конечно, прикольно. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, Айзек. Айзек. Красиво. Красиво, ничего не скажешь. Ну, тут сейф появился. Давайте сейванемся. Что с меня останется каждый раз сейвиться? Да, давайте. Кто помнит чувака?
из Postal, который говорил, даже моя бабушка прошла бы эту игру, если бы столько сохранялось. Да, не спорю. А зачем ты шлем тогда снял? Чё ты его не убил? Ты что, блин, лысая башка, вообще мозга нету? Ты понимаешь, что ты спасательную капсулу выкинул? Или там ее не было? Если ты реальную спасательную капсулу таким образом потратил, я готов тебя убить прямо сейчас, чувак. Вообще пофиг на тебя. Читаем, ребят. Стендбай. Ну давай стенданем. Блин, это похоже, знаете? Я ниндзя. Похоже на трон Думгая. Хотя, скорее всего, вместо капитана. Isaac, about what Daniel said. I don't know about any illegal mining or the market. I swear, I'm just here for a repair mission. Look, Hammond, I don't know you or Daniels well enough to judge, but CEC had to know about the marker. The company, maybe, but shit like that's above my pay grade. Look, we can get into it later. You'll need a way down to those junction boxes. You can turn the atrium elevators back on from security. You'll have full access. I found a CEC executive key card. I'll upgrade your clearance. Mm-hmm. And you upgraded yours already? Yeah, just in case. Я получу второй уровень доступа. Ну, понятно, мы уже два раза с этим something big встречались. Пока что можно вот это прочитать. Какой-то Бенджамин. От Терренса. Ну, escape. Почему это не работает с первого раза? Хорошо, получили доступ второго уровня. Warning. Multiple security protocols have been corrupted. Some areas may be inaccessible. Come on. Recommendation. Acquire department rig permissions and compile master security override at this console. Ага. Ага. Жевать, не переживать. Digging deeper. Так, а как его? Кнопками, кнопками, конечно, блин. Мы ж в 2002-2004 году, когда мышь, это зачем мышь, да? Консольная. Блин, ребят, я каждую игру каждый раз говорю, почему делают игры под консоли, но потом забивают на порт для компа. Это же явно порт для компа. Сделайте это под мышку, по-человечески, чтобы я мог в менюшке мышкой колупаться. Зачем? Почему кнопками? Причем, знаете, еще самое противное, что ты передвигаешься на WSD или ставишь на QA, все это левой рукой, окей, отлично. Но для того, чтобы лазить вот здесь по менюшке, это нужно стрелочки. То есть ты снимаешь руку с мышки и давай стрелочками вот это все делать. Какой же каев, блин, ненавижу. Ладно, хорошо. Мне нужно найти кучу народу. Но это вряд ли будет... Ну-ка. Show on map. Найду так найду. Честно говоря, это... Isaac, you going? Just
Не хочешь заткнуться там, выгоняет он меня. Скажем так, я не буду сторониться побочных квестов, но я не буду слишком сильно заморачиваться, чтобы пройти абсолютно здесь все. Поэтому, ну, как бы получится, я буду рад. Я схожу, зайду, там, пофачусь, это не проблема. Если прям будет какая-то задница-задница, ну, извините, нет. Ну что, получается, мы с вами отправляемся в новую локу. Там будет, скорее всего, какая-то здоровенная бассейна. Сохраняемся. Как у нас получается, каждая серия это прохождение какой-то определенной локи, нахождение шайбы, выполнение квеста. Потом перед чем-то большим мы сохраняемся. Следующая серия начинается с прохождения этой локи, нахождения шайбы, какого-то большого файта. Ну, как бы, в этот раз не будет исключением. Поэтому на этом мы будем серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.